Временная труба над улицей Баранова готова подать горячую воду, остались только детали. Коммунальщики делают все, чтобы приблизить дату подачи горячей воды. С 20 июля устраняются последствия аварии на Баранова. Сложность ремонта заключается в том, что теплотрубу прорвало под проезжей дорогой. Подлезть под нее и поменять старую трубу на новую довольно непросто. Выход есть. Большая железная конструкция с новой временной трубой установлена сверху, над дорогой. Временная труба и будет давать горячую воду в квартиры. По словам ремонтников, случится это в среду или в четверг.